Добрый день, дорогие друзья. Здравствуйте. Сегодня мы находимся в такой очень красивой, душевной, как это, чайной фактории. Вот, называется «Чайный сад». Рекомендую. Обратите внимание, какой у нас здесь чаек. Это просто очень круто. Мы сейчас взяли, мы уже здесь не первый раз находимся. Один раз мы как-то здесь с Михаилом записывали видео. Было очень классно. Так, подженили. 2 секунды. Сейчас мы начнем. Ну, начнем. Сегодняшнее у нас такое интервью. Так как вы с Аргисой еще кто-то видел, кто-то не видел. У нас новые подписчики или подписчики, которые все время смотрят за нашими делами, успехами, творчеством. Не знаю, как это назвать. Вот, Саргис наш оператор и по совместительству еще агент по недвижимости. Сегодняшняя тема: как купить квартиру в Сочи и как сэкономить деньги на этом. Потому что предложений на самом деле в Сочи очень много, и все эти предложения, ну, конечно же, не очень хорошие, потому что у нас очень много всякого разного самостроя. Какого-то сегодня буквально с утра Сергей сказал, что в Адлере что-то сносят, вот, к сожалению. Вот. Почему мы не... Это к этому сейчас, да, вернемся, да, да. Еще будешь рассказывать. Обязательно. Я целый день рассказываю. Почему у нас нет, допустим, ЖП, которые квартиры можно купить за 2 миллиона? Чаще всего, типа, это же используется там большим спросом. Вот, согласен, да, конечно, это все есть, но не дай бог какое-то произойдет, ну, исключение из правил, и какая репутация будет у нашей компании? Никакая. Банально, ситуация какая в городе Сочи, да, я думаю, что это во многих городах, но так как город Сочи маленький и пользуется просто нереальным спросом на недвижимость, буквально недавно были на ЖК Каравелла Португалии, там все просто распродано, нет практически ни единой квартиры, там буквально пару предложений. Причем это все буквально за 20 дней, вот 3 последние недели. Да, да, и это, ну, как бы говорит о многом, и так во многих ЖК, не только в Каравелле Португалии, но в ней особенно ярко это все видно. Буквально, вот, собственно говоря, еще на Театральном, как бы, апартаментный комплекс, который был сдан, люди уже живут давно, в 2018 году. Улица Театральная – это самый центр, самое такое вот яркое место в городе Сочи, вот, где там находится Зимний театр, там… Ну, Кинотавр много... вот закончился. Да, да, в общем, все. Это самый центр города Сочи. И его собираются сносить каким-то образом, то есть непонятно, как… Как вообще теоретически могли власти, ну, упустить незаконное строительство в самом центре города Сочи? Ну... Это вот я говорю о таком вот моменте, который, знаешь, вот прям, ну, очевидно. О чем говорить, о каких-то жилых площадях? Помещениях. Непонятных, да, застройщиках, ну, которые и без менее, репутации, да? И тем не менее, они пользуются очень большой популярностью. Посмотри... Скупой платит дважды. Согласен. Посмотри других видеоблогеров, которые продают ЖК. Я не говорю, что они плохие. Я не говорю, что они там буквально... Давайте вот сразу коснемся. Например, ЖК на Вишневой. Замечательное ЖП в сданном доме, можно купить квартиру по 90 тысяч рублей квадратный метр, тире 107. Вот, это, в принципе, очень хорошее, это в сданном доме. Территория зеленая, как у нас на Бытхе. Люди живут, очень покупают, классно, ремонт и, да, делают. Да, да, абсолютно спокойно, и даже прописку тоже в ЖП можно получить вообще-то. Но, как говорит наш один знакомый Роман, вот, он говорит, ну, Серый, говорит, зачем продавать, например, ЖП, если это, говорит, инвалид априори. Все, как бы этим все сказано. Да, мы можем его продать, да, но какие последствия этих ЖП? Хорошо, если там вопрос о 2 миллионах, можно ли что-то купить? Да можно, ради бога, напротив ЖК Кватро целая куча квартир продается в пределах 2-400 миллионов. Вопрос не в том, в старом что фонде. Можно ли, вопрос, стоит ли. Да, это вот я к чему и веду это все. Допустим, можно взять на
армянской, где это перевал получается с двух сторон, с одной КСМ, да, с другой Тимирязева и Новая Заря, то есть и вот здесь находится ЖК Клевер. То есть их там много, этих ЖК. Там можно купить в практически сданном доме без 5 минут за 60 тысяч рублей квадратный метр. Вот, мы это все тоже можем продать, мы можем вам подобрать обязательно недвижимость. Это все несложно. На самом деле выбора у нас очень много. Важнее чуть-чуть другое. Допустим, у нас сейчас есть возможность на ЖК «Корона» купить квартиру намного дешевле, чем у застройщика. Но нужны объемы. Допустим, хотя бы 3 квартиры мы должны купить. То есть можно зайти как инвестор, можно зайти как угодно. То есть, грубо говоря, это можно, ну, я чисто теоретически, да, как бы, можно говоря, если есть инвестор, который готов приобрести сразу несколько квартир, либо если каким-то, ну, образом, вот, есть несколько желающих, которые готовы приобрести одновременно, в одно время, мы это в некий кооператив объединяем. Да, да, надо просто подождать, позвонить, подождать, сказать, сколько примерно стоимость. И вы сможете сэкономить будет, да, приличную сумму. Да. Ну, ремонт я точно сэкономлю. На ремонт, то есть 12 тысяч рублей на квадратный метр, это стоимость нашего ремонта. И мы можем совершенно спокойно сэкономить. Ну, вот если 50 квадратных метров, 60, вот и посчитайте, получается, да, 600 тысяч мы можем сэкономить на покупке там. А что нужно сделать? Допустим, вы собираетесь приобрести недвижимость, но вы готовы подождать. Собрать в кучу просто. Готовы подождать. Вы нам даете заявку, мы точно так же собираем заявки других желающих в течение определенного времени. И как только это собирается, мы вместе подаем заявку, приобретаем всю эту недвижимость, вы оформляете на себя, да, то есть, и экономите в разных деньги. В разных ЖК всегда происходят какие-то разные условия предложения. Да, для продаж. То есть, например, я сейчас позвонил, и квартиры от инвесторов в ЖК Каравеллу Португалии просто разнесли все это. Просто вот в течение 3 недель мы потеряли всех инвесторов, потеряли все квартиры. С одной стороны хорошо, с другой плохо, продавать-то нечего. Вот. Давай дальше коснемся. ЖК Альпийский квартал. Шикарный комплекс. У нас есть очень хорошие ценники, но они быстро тоже заканчиваются. Было первое предложение, нам дали 6 квартир от подрядчика. 6 квартир закончились в течение 3 дней. Вообще есть у меня одна мысль, вот, которой я очень часто, ну, обращаю внимание, и хотелось бы передать всем, кто смотрит наш канал, наше видео. Самый удобный вариант приобретать недвижимость в Сочи, особенно удаленно, и, ну, когда у вас нет возможности находиться там 6 месяцев, там 3 месяца вот в самом городе Сочи, таким образом, вы звоните нам, Сергею, мне, и обращайтесь, вот, нам нужна вот такая квартира, вот у нас есть такая сумма, и нам нужна вот такая квартира. Если как бы ваши требования, как бы, ну, они подходят тем предложениям, которые мы, в принципе, очень часто озвучиваем, да, потому что, поверьте нам, вот то, что мы озвучиваем, это уникальные предложения, которые, да, мало какие 100%. Агенты, риэлторы имеют в городе Сочи. По каким причинам? По причинам того, что ни для кого не секрет, что мы являемся ремонтной компанией, и на протяжении долгого времени мы работаем, нарабатываем репутацию, нарабатываем, скажем здесь, так, знакомства, друзей. Немножко не в этом. У нас есть застройщики и подрядчики. То есть с подрядчиками мы трудимся, с застройщиками мы дружим и помогаем им работать. Вот, соответственно, по некоторым таким причинам, да, как бы у нас есть те предложения, которые, грубо говоря, из рук в руки. И эти предложения не распространяются на людей, с которыми люди боятся работать, или нету сработанности, нету долгосрочных Сергей, отношений. Я могу сейчас с полной уверенностью заявить, что многие риэлторы и агенты по недвижимости, они звонят нам в крупных компаниях. Я не буду называть эти компании, но они очень крупные и, я бы даже сказал, некоторые элитные. И ребята, которые там работают, звонят и интересуются, как мы можем заработать деньги. Да, понимаешь, да, что потому говорят, что они звонят и спрашивают, говорят, да, Серый, а какие у тебя есть там предложения? Я говорю, то-то-то, 125, 115, 126, там вот то-то-то. Там, допустим,
давайте уже напрямую говорить, там ЖК Адлер можно купить там 105-110 тысяч рублей квадратный метр. Я думаю, там уже там все это тоже уже практически сдано. Там, ну, короче, это просто как один из примеров. Также можно ЖК Меркато, также Альпийский квартал, также много, сейчас. Даже вот на той же Короне при каких-то условиях, которые известны только тебе и мне, скажем так, и еще пару лиц, мы можем сделать очень хорошее предложение условии, что, опять же, просто я почему это говорю? Мы не можем объяснять цены и говорить их в открытую. Для того, чтобы не делать демпинг цен от застройщика. Поэтому вы поймите нас правильно. И сейчас у нас вот создается, ты еще об этом не знаешь даже, у нас сейчас создается такой альянс профессионалов города Сочи. Некий профсоюз, да? Да, такой серьезный причем профсоюз с элитными предложениями, с элитными возможностями. И вы еще о нем услышите через время, но тем не менее нас приняли. Вот. То есть и приняли, причем без экзаменов, что очень радует. И ну, как о нас отзываются застройщики, уже даже ты знаешь. Ты кооператор, ты ездишь. Именно я знаю, и поэтому я хочу сказать, что при личных встречах или когда вы уже будете здесь, будете иметь такую возможность, вы рано или поздно сами начнете понимать, то есть какое отношение и почему у нас есть эти предложения и нету у других этих предложений. Я что хотел сказать, что прежде чем покупать недвижимость в Сочи, нужно найти, обратиться с человеком, если это кто-то за вас будет делать, а вы не вы сами будете делать, да? Найти человека, обратиться, грубо говоря, если это Сергей, там, здравствуй, Сергей, у меня есть там определенная сумма, я хочу в эту сумму получить самое выгодное предложение. В течение, это не делается быстро, поймите, выгодные предложения либо ожидаются, либо если они появляются, они вот так вот улетают. И желательно, если вы обращаетесь, вы должны уже хотя бы, это лучший вариант, это идеальный вариант, я говорю, вы должны иметь эту сумму, которую вы озвучили. Как только у нас появляется это предложение, вам звонят и говорят, вот у нас есть такое предложение, такие условия, такие документы, такие коммуникации, такое расположение, да, и вот такая сумма. Если вас устраивает, вы просто бронируйте, быстренько прилетаете и забираете просто лакомый кусочек. Почему? Объясняю. В Сочи город маленький, здесь очень мало земли, места под строительство новых ЖК практически нет, и те предложения, которые есть, они расхватываются. Не верите мне, пожалуйста, как бы смотрите интернет, читайте новости, читайте там портал администрации, там как бы, ну, изучайте самостоятельно, мы абсолютно прозрачно, то есть говорим всю информацию как есть. И почему мы не беремся за ЖП, то есть жилые площади, да, как бы вот. Потому что, ну, мы стараемся беречь и нашу репутацию, и, скажем так, нашу совесть, наше спокойство, и ваши деньги, и, скажем так, вашу безопасность. Почему? Потому что только благодаря хорошей прозрачной работе можно развиваться, спокойно жить. Жить в маленьком городе, где все постоянно пересекаются. Да, постоянно. Я только что, пока бегал за сосиской в тесте, чтобы попить чай, я встретил двух своих заказчиков, с которыми подписал один договор сегодня и один договор пару дней назад. Это город Сочи, здесь это нормальная практика, поэтому, чтобы не ходить с опаской. Сегодня мы зашли вот к Марине на ЖК Кватро, она приехала. Приятно смотреть просто человека, искрятся глаза, она благодарит и не может найти много слов для того, чтобы отблагодарить вот нас. Вот. Ну, это все и так видно, это все это до такой степени классно, и это такое вот, знаешь, это наша карма с тобой, понимаешь? Да. Вот зачем мы ее портить какими-то нелепыми... И касательно там, прозрачности, там, и вот что хочу сказать, что это не какая-то концепция Сергея, это не какая-то моя личная концепция, это так получилось, что мы с Сергеем встретились, и волей случая, естественным отбором в команде только такие люди остаются, которые преследуют честность, чисты на руки, чисты на совесть, на душу и максимально прозрачны и прямолинейны, кстати. Что, да. за что нас могут любить и многие, а многие не любят. Да, то есть как бы...
Поэтому, если вам интересно как бы работать с такими людьми, обращайтесь. Обязательно прислушайтесь к моему совету касательно, как выбирать недвижимость, потому что если вы хотите реально сэкономить и реально взять интересное предложение, давай. Есть одна квартира, и есть очень много людей, желающих, которые хотят купить эту квартиру. Ну, давай все-таки по ценообразованию Сочи. Сколько вот сейчас в данном доме, неважно сейчас это, я не беру прям идеально Первую Береговую, я не беру это. Вот сколько сейчас в данном доме стоимость квартиры? Вот тебе вопрос как агенту. Сколько можно или сколько вот хотелось бы, вот как если с точки зрения слишком потребителя? Слишком долго, хотя бы более-менее нормальная квартира стоит 120-170, это в данном 120-130 доме. 120-130 это идеальный вариант. Да, а почему это все зависит, знаешь? Это эскроу-счета, то есть все, что мы проходят ипотеки, это все документация, это стоит денег. Поэтому любое более-менее хорошее жилье, квартира статусная, то есть то, что мы можем продать. Те, которые продать по ФЗ строятся, да, те, которые соблюдают все технические условия, где максимально обезопасно, скажем так, максимально соблюдаются все меры, чтобы они обезопасить ваши. В пределах 135-140 тысяч. Это вот идеальная это середина. Начало, да. Но, допустим, возьми ЖК Кватро, это еще вот есть возможность у нас купить по 106 тысяч, например, или 119 тысяч за квадрат. Это очень дешево, на самом это, деле. Да, это очень хорошие деньги в том, что мы получили уже все, адресную справку, все есть. То есть мы можем еще есть на ЖК Кватро несколько квартир, которые тоже можно приобрести. Есть 50 квадратных метров, есть 36 квадратных метров, но стоимость их уже нужно уточнять, потому что каждый раз, чем ближе мы к получениям документов, тем самым у нас объем как бы денег уже меняется постоянно. Что еще хотел бы сказать? Все, что дешевле 130 тысяч, 135, это уже жилье с очень интересной историей. Например, даже ЖК АК Лучезарный, который вот я тебе показывал, что говорю, блин, надо обязательно съездить. Да. Все, продали все уже. Мы даже с тобой не успели съездить. Первая Береговая линия, то есть там у них свой пляж, просто великолепные апартаменты, стоимость 230 тысяч. А сейчас самое интересное. Я был в Крыму на семинаре недавно по русскому рукопашному бою. Вот, и у меня было немного времени поездить везде и поинтересоваться недвижимостью в Крыму. Так вот, если кто-то думает, что у нас здесь золотые квартиры, то сильно ошибаются люди. Я вам точно могу сказать. У нас есть очень хорошее предложение. Допустим, там есть апартаментный комплекс Ялта Плаза. Находится в 3 минутах от набережной Ялты. Великолепно. Ялта просто вообще. Я влюбился в Ялту. Это набережная ширину. Я тебе показывал фотографии. Да. Я тебе показывал очень много разного. То есть там просто великолепные виды. Если я всегда хвалил солнечную Абхазию, да, когда ты приезжаешь туда, и вот эта мощь, она просто покоряет. Крым меня зацепил еще больше. Понимаешь, то есть Рицу я не беру. Это святое. Кстати, вот немногие могут увидеть вот эту вот красоту, а именно природы. Так вот. Для многих это просто деревья. Вот просто как. Да, у нас, кстати, недавно был комментарий. Да, комментарий, я что и вспомнил. Да, так вот. Сочи, вот это вот я Сочи говорю, Ялта Плаза, стоимость от 330 тысяч за квадратный метр. Причем это такие улочки, кофейня, это все такое, знаешь, похоже, такой колорит. И ты как-то вот возвращаешься в какие-то такие вот года. Советский Союз. Да, это так круто. Вот, поэтому Крым еще открыт для инвестиций, но они очень такие еще призрачные, да. То есть сейчас все это только начинается. Когда закончится вот этот бум в Сочи со стройкой, он уже, в принципе, на финише. Подходит, да. Да, потому что новые стройки будут, но их сразу выкупают. Места нет. Да, выкупают сразу этажами. Застройщик у себя держит
конкретно там очень много квартир сразу, потому что, допустим, ЖК Мадрид 4, Мадрид 5, там, то есть вот эти все, ты со своими инвесторами им не интересен. Почему не интересен? Люди себя хорошо чувствуют. Они будут сами все спокойно строить и продавать. Да. То есть, если мы заходим с инвесторами, да, чтобы инвестор мог вложить там 200-300 миллионов, то есть, да, да, то есть и потом на перепродаже все, то сейчас уже некоторые застройщики, им это не нужно. И спрос, имейте, спрос настолько большой, да. Да, что... имейте в виду, сейчас даже с 20-30 миллионами инвестор считается уже заметил слабенький. Тенденцию у многих застройщиков, особенно которые вот более-менее такие крупные застройщики, многие из них замораживают недвижимость, не продают. Понимая рост инвестиций, они замораживают на долгосрочную перспективу, чтобы через 3-4 года... Это один из случаев. Через 3-4 вот года... Каравелла Португалии. Продать за просто... Все переуступки сняты. Да. Все переуступки взяли и сняли. Вот просто когда вы понимаете, что вам не нужны срочно деньги, вы понимаете, что через 3-4 года вы просто 2-3 раза просто, ну, эту сумму как бы больше продадите, да, эту квартиру. Рост вы такой, инфляции, да, ради бога, я подожду, как бы мы никуда не спешим. Почему бы нет, заморозим. А покупать-то нечего будет. Дефицит создается. У нас строить в ближайшие там, ну, я не буду прогнозировать, я не настолько крутой. И не настолько беру на себя смелость. Не, ближайшие 2-3, ну, 2-3 года у нас остается строить только в горах. Насколько это возможно, это очень сложно, дорого. О поэтому... чем ты говоришь? У нас остается только горы. КП «Серебряный ручей». Да. Вот это индивидуальные уже такие коттеджи. Коттеджный поселок, уже, да. Уже 60%, даже тот, кто плевался там, да, и что-то кому-то не нравилось, 60% уже выкуплено. Да? Уже выкуплено. Да. Хотя там минимум 157 квадратных метров, это самый минимальный коттедж. Да. Вот, который это, своя ну, и территория. Там вид, закрыта, и территория, да, и ну, сам коттедж. Кому не нравится Красная Поляна, чудно ездить в Салахову. Да. Те же развлечения, те же это, ну не так, конечно, не Европа. Не настолько. Но да, там есть свой шарм. Поэтому очень много на самом деле мы можем рассказывать, и я думаю, пора подвести итог. Потому что это, во-первых, время не всем интересно смотреть это. Тем, кому интересно, обязательно напишите продолжайте, в комментариях. Да, мы будем, да, продолжать в таком формате вам рассказывать, насколько потому это возможно. Потому что есть новые стройки, они будут, они есть. То есть я знаю, кто будет строить, я знаю, где будут строить. Инвесторы уже тоже заряженные. Вот, мы просто стоим и ждем старта. Но кто-то старт может просто взять и отменить. Потому это что, опять же город Сочи. Да, потому что все хватает, спасибо, ваши инвесторы пускай остаются вашими. Да. Вот. Мы сами инвестируем в себя. Все. И как бы они правы. Я вспомнил забавный случай, прошу прощения, что затягиваю. А когда мы показывали одной из наших покупательниц ЖК Меркато, и буквально в первый день, когда она пришла покупать квартиру, смотреть, ей понравилась квартира. И, мы с сыном связались. Да, было забавно, что в этот день был крайний день до 6 часов внести задаток, а на следующий день было подорожание буквально на 300-350 тысяч рублей. Представляете, то есть насколько сложно человеку определиться в первый же день, когда посмотрел, сразу же просто купить именно вот это вот ЖК. Ну, мы быстро созвонились, да, с сыном, мы быстро все сделали, слава богу, как бы. То есть буквально какие-то 2-3 часа могут решать здесь ценообразование. И, ну, о чем я и говорю. Это что... Сочи, детка. Да. Если хотите купить недвижимость в Сочи хорошую и качественную, нужно просто быть готовым финансово и понимать более-менее, какие предложения есть реальные, а не те, которые вот за 2 миллиона, ну, за 3 этого, миллиона. Для этого и нужны, конечно же. Мы не навязываем людям свои услуги, мы не названиваем. Вы просто пишите в комментариях, либо звоните, как вам удобно. То есть, ну, это вас ничего абсолютно не обязывает. То есть мы это делаем абсолютно, абсолютно, скажем так, на доброй воле. Ну, а я могу сказать, почему мы это делаем на таких вот добровольных, пожалуйста, началах. Потому что наша основная деятельность все-таки ремонт. Это строительство и ремонт. Да. Поэтому такие вещи мы просто, ну, помогаем людям для того, чтобы сэкономить. А вот корень, да, скажет, да ну что это за альтруизм там или еще что-нибудь. Нет, нет, на самом деле все немножко
проще с одной стороны, с другой чуть-чуть глубже. Вот. На самом деле при продаже хорошей квартиры, да, вы куда обратитесь за ремонтом? Конечно же, к нам. Вот. Поэтому цель видна, все ясно. Я думаю, вот как раз здесь до конца стало все прозрачно и понятно. Вот. Поэтому при продаже квартиры мы вам экономим деньги для того, чтобы потом вы заказали у нас ремонт. Вы можете не заказывать, конечно, но люди, которые приезжают, общаются, слава богу, узнают они, нас. Да, да, в они процессе. Видят, как нас встречают застройщик, управляющие компании, кто еще, я не знаю. То есть, знаешь, недавно я тоже в Каравеле, Португалии, зашел по поводу ремонтов, начал узнавать. И пока я разговаривал с инженером, девочка выходила, посмотрела на меня такая вот, раз так, проходя мимо, подходит к инженеру, говорит: «Ой, я этих ребят знаю, мощная компания». И пошла дальше. Приятно. Приятно, да. Я такой, знаешь, да, подупил. Банально, сколько был случаев, нас затягивали съемки, потому что Сергея постоянно в лифте узнавали. Ну а что, и приходилось отвечать на вопросы. Ну а как же, это же все-таки наши подписчики. Так что, друзья, если вам понравилось данное видео, обязательно ставьте лайк. Тот, кто хочет быть в теме новостей Сочи по недвижимости, обязательно подписывайтесь. У нас еще есть другой канал по недвижимости, называется он Реалстрой Инвест, вот, в котором мы тоже будем все это, но так как этот канал молодой, приходится сейчас выкладывать такие видео на канале по строительству. Дальше мы все это разделим, конечно же, и будем вести два канала красиво. Один будет по строительству, второй будет по недвижимости и инвестициям. Так что смотрите за нашими новостями. Задавайте вопросы. Да, задавайте вопросы обязательно. И всего доброго. Пока-пока. До свидания.